Операция нелегал. Ваши документы. Имеется у вас? Регистрация, патент. Все есть. Предоставьте. Просто дома. Паспорт. Почему сейчас нет? Че? Почему сейчас нет? Паспорт дома. Все, да. Все есть. Патент, патент. Ну, закрывайте кафе, я вас буду вставлять в отдел. Байрам Зиновий Камилович, старший полиции. Вы гражданин Казахстана? Нет, я гражданин Азербайджана. Можно ваш паспорт? Стоп. Вы гражданин?